Так, все. Пацаны, вас снимает скрытая камера. Мишка, вас снимает скрытая камера. Так, здесь у нас... переворот в партере считается, поэтому ты когда бросаешь, ты не, все, расслабляться. Ни в коем случае, то есть ты бросаешь, и ты дальше переворот. Ты что ты делаешь, он еще дальше делает. Потому что у них считается и так, и так. А то у меня так и не распалец вылетел. Да, но стоять, конечно, было бы больше. Саня, перейдите сюда. А Денис, перейдите сюда. Сидите подальше. Перерывайся, ты? Давай, ты. Снимай сейчас. Шаян?
сейчас. Вы долго будете, уже бороться пора. И бросает, и бросает. Да, что ты делаешь? Я сейчас я посмотрю. Можешь ставить ногу и бросать. Раз, два,
если ты отсюда, отсюда хочешь показать вперед, если нога чуть-чуть впереди стоит, то нужно сюда вот, вот сюда идти. Отсюда, вот, видишь, такое движение. А ты стоишь издалека цепляешь, он сразу тебя бросит. Миша, ты живой? Да. Не слышу. Да. Еще груз. Да. Молодец. Это высоко, это далеко. А, вот мы отсюда поставили. Тоже на боли? Да. Поднимаешься, руки прямые, руки сегни. Неровно. Миша, устанешь, как? Хорошо, Мишенька? Да. До конца. Стоп, стоп! Здесь камера стоит, посмотри, аккуратно. Посмотри, посмотри на меня. Ты берешь захват, бросок, потом опускаешь руку, он руку не вставляет, не падает. Посмотри, что ты делаешь, бросок, раз, и он обязательно руку не вставляет, да? И ты не бросишь. А теперь? Да. Значит, вот как ты стоишь, посмотри, движение. Вот. Видишь? То есть я руку держу и приседаю. Так, ну что тут расслабляете? Как сидеть? Еще там пару и еще человек, еще взрослых уже. Уже они. Кто выходит? Кто не выходит? Еще есть Игорь. Вас вот нужно. Да? Это работает. И как бы по шее, да, получится, все же время. Так. Молодец, до конца. Вот опять то же самое. Руку к себе.
нужно, чтобы не просто... Не-не-не, все хорошо. Что вы сидите? Что такое видите? Все? Нет. Айте. Что, давай так? Ты их сами держишь. Что нормально? Более. Хорошо. Так, сейчас. Дай мне попробовать. Я не понял. Сань, ты как сборная СССР борешь, как в футбол не играешь. Никак. Саня, мальчик, ради моей, посмотри на меня. Ну, посмотри. Посмотри, посмотри на ногу. Все, это ты уже, все, ты уже, все, уже бросишь и летишь. Ты же бросаешь через год. Значит, тоже в год стоит. Лезь отсюда, чтобы вытащить. А как же ты хочешь вот так, посмотри, ноги прямые, одна впереди. На этой стоишь. Тебя вообще бросает очень легко, понимаешь? Ладно, ты упал, а если ты на тебя упали, ударился. Держи. Ты должен, во-первых, ты должен взять за хват, вот стоять, чтобы ты мог через куста бросить. А ты вот так встал, и он тебя держит, чтобы ты не упал. А ну, Санёк, что ты смотришь? А, сейчас тебя пришли. Да,
Я следующий раз, да?
Хорошо. Опа, раздеваются. Он меня раздевал. Я в шоке. Он меня раздевал. Хорошо, что тебе брюки не раздевал. Это хорошо. Красавец. А ты его вот так, да. Да я его тоже раздевал. Да, конечно. Ты вот здесь знаешь, как ты ведь купишь, он же не купишь, надежнее. А там на сутки. Не можешь потратить деревья. О, может, ты что сам? Ну что, Марк, сколько? Смог 700 сделать? Да. Давай сделай 700. Смотри, я тебя прошу. Они сделают 701, 702. А ты сделай здесь. Да, я хочу здесь 303 сделать еще 700. О, иди сделай. Здесь? Вот там. Сделай. И не говори, что ты делал. Они скажут, я 506. Делай. Так, иди сюда, Николай. Я? Да. Макс, иди сюда. Ко мне. Руслана. А? Да. Руслана, дай Юлию Александровну. И можешь идти домой, Руслана. Стоп, вот здесь. Он с телефоном. Не, я поставлю это. Иди сюда, Руслана. Сели на меня. Сделала? Да. Считала сколько раз? А ты считать людей? Да. Следующий раз, вот когда будет делать, нужно будет считать. То есть количество раз. Нет, тогда легче будет, меньше давать больше. Хорошо? Ну-ка. Все, вот. Что еще тебе надо делать? Шукалку. Зачем, да? Сколько раз? 701. Еще раз? А ты? 500. Макс, сколько сделал? 730. Идите салаги домой. Ушел! Все, дохлый, иди. Он повтори, Макс, 700 сделал сколько? А ты один. Он говорит 730. 730. 930. 930. Где? Где сейчас? Сейчас. Значит так, учится он политика. Да. Учится нет. Учится там, где вот все делают. Качество. И пиво гонят. Будет работать еще кто? Это наш производство. Вот. Но с вином не связан. Это повод для нас, да? Нашу? Нет, нашу не надо. Вот эта работа хорошая, не проверяем. Да, Юрий? А ты, когда молодой, ты же молодой, а ты там уже готов. Повесить все в Фейсбуке. Скажи, скоро буду работать, ты же это производство. Кто-то с тобой работает? Да, мы как сидели. С кем ты? А ну напомни, с кем ты учился, я бы... Денис, вот я, Денис, ты пейте, пожалуйста. Да. Сейчас тебе завяжу этот... Девчонки, вы запомнили, когда самый главный праздник у меня? Ждем. Так, ну правда, нам придется раньше пойти на праздник, да? Хорошо.
Иди, иди нормально, иди нормально. Иди, иди, оставь, помоют, иди нормально. То есть прибыл, пожалуйста. От чего? Чтобы ты развачивал. А там девочка послать. Да? Четко там этот, ро, как мать. Петя. А вы? А, да, слушай. Ну, ладно. Какие вы? Не Белла, не Россия. Вы разговариваете с вами? Слава, что-то. Ты ну? Старые советские номера, помню. Ну, а это церковные номера. Миша, Коля, Саша, Фуфи. Это, ну, да, я не знаю, там какой-то, зелень. Все, счастливо, до свидания. А иди, Фуфи. А что? Они... Они что-то повторили, вдруг они... Я не могу. Ну, правда, ушел, блин. Он сидит дома, думает, а может я, а может я. Я не думаю, думаю. Потом он говорит, слушай, кто слушает? А я говорю, не знаю. Но я знаю, что после этого уже никто не делает. Так я будешь качаться? Окей! Значит, качаться. Берете штангу, приходите сюда и бегаете вместе. Пошли вокруг ковра. Этот, Влад, ты же не вспотел, да? Я? Да. Ну ты хоть полтора бруска ему сделал? Ребята не потеет. Есть камера. Представляете, Влад купил на день рождения своему другу книгу. Андрюха, вот раньше самый, вот для меня был лучший подарок, это книга. Мне мама говорила, сынок, что тебе купить? Я говорю, мама, купи мне твою книгу, и сам выбери. Я шел в магазин ее, она мне давала деньги, я ее украл, у меня и деньги, и книга. Пошли. Коля, тебя обыграли, ты 300, 701, а 730, мам. А он нас обманул. Правильно, умница, он умный журналист. Да. Хорошо, построились? Да. Мальчики, построились здесь. Эй! Даник не нагрузил сюда. Кто хочет с Даником? Даник, мы с Сашей. Болим пуста? Что? Вчера перекачался. Болим пуста? А, немного. Значит так, пацаны, еще раз. Посмотрите. Смотрите еще раз в эфир, да, и посмотрите, у кого немножко лишних, делайте так. Утром живите сколько хотите. В обед половину чего-то. Ты сервишь? А вечером старайтесь не жрать. То есть нет, за день все это уходит, опять приходит норм. А вот у меня все наоборот, утром я не жру. А, нет, пью кофе там. В обед вообще ничего не жил, если я приеду. А вечером холодильник не закрывается. Жена не лает. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Все, большая дружба. Нравится, что какой кимоно. Кто хочет, может покачаться. Молодец. Только смотрите, чтобы не простыли. Да, и ты качаться. Сколько ты лезешь? 30. Ну, как пинесо. Мышца заключается, что ты трещит просто. Слишком накачанного. Да, открывай дверь, только не полностью. Вот так, все. Все, вешайтесь, пока мы собираемся. Юрий Саныч, ты там посмотришь, да, за ними? Нет. Или не надо. А ты куда-то хотел уже что? Так. Так. Вот так, видишь, там мы и живем. А ты сейчас
смотри, вот тут ты входишь в город. Я уже за несколько лет. Вот это не сколько, 5 человек. И носок, Андрюш. И мне кажется, что уже стрелок уже случится. Потому что не так, и так. Я говорю, после этого сразу сюда, а потом идите на работу. Ну, никто не слышит, а потом устанет. Это уже серый футбол прям. Если вот. Посмотри, дети. Только принеси, пожалуйста. А, ну вот так тоже половина не ходит. Это можно не ходить, это можно пойти, это можно купить. Да, это можно договориться. Договориться. Но. Да, есть и... На лекции, не знаю, но семинары... Обязательно еще есть тесты. А, да. Между экзаменами, если... Еще и тестируют. Да, и...